необычного для Петербурга. Приехал он к нам из города Гиза, и выставка «Мираж Египта» представляет его работы последних лет. Нам очень приятно принимать здесь такого далекого гостя, и особенно со всем тем количеством работ, которые он сюда привез. Но я бы хотела передать слово Ахмеду, потому что мне кажется, что он просто лучше расскажет о своем проекте, нежели чем я. We'll say a couple of words, I'll translate. Я перевожу. Hello, thanks for coming. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Это, во-первых, I'm happy to have a chance to make для меня очень важно иметь возможность сделать здесь выставку, здесь, в Петербурге, и особенно здесь. Большое спасибо Пушкинской 10. И я бы хотела, чтобы вы все посмотрели на мое искусство, творчество, и я бы очень хотела представить вам свой взгляд. Я надеюсь, вам понравится. Ну, Ахмед здесь. Если у вас будут какие-то вопросы, есть уникальный шанс пообщаться с автором. А так, спасибо и приятного.